Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это снова Warface. Решил снять, думаю, ну блин, Quake вряд ли еще запустит скоро. Думаю, пока есть время, почему бы и не снять для вас серию. А возможно, в дальнейшем я буду их чередовать, Warface с Quake. Посмотрим, что будет дальше, ведь все-таки людям же нравится Warface, а Quake для многих это что-то нечто неизвестное, так как не все вообще знают о существовании игры Quake в целом. Вот, поэтому как бы Warface, и думаю, блин, ну PvE-шку я по сути не играл по-нормальному давно. В том плане, что тем более серию снять. Вот, поэтому как бы решил пойти на ПВЕ. Взял штурмовика, возьму штурмовика, чтобы можно было патроны себе брать. Шлем. О, прикольно. У меня до сих пор солдатская каска есть. Да, прикольно. Шлем обычный штурмовика возьму. Ну, тактический. Чтобы от светошумовых было... защита. Ну и оружие я взял вот это, так как Тавр, он не имеет на цевье накладку, то есть вот рукоять он не может взять в руки. Вот, в общем, пойдем, пожалуй, давайте на сложку, какую-нибудь сложку, вот, поиграем, подним на сложке, так сказать, поищем кого-нибудь. Вау. Тихо. Я колонки забыл выключить. Думаю, что за фигня? Звук какой-то отдаленный, блин. А у меня звук через колонки идет. Вот. Да, конечно, я еще тут нищий, надо было взять пулемет, все дела, но я решил, что вот это будет получше. По крайней мере, посмотрим, что будет, да как будет. Вот. Отлично. Отлично. Обалдеть, вы видите это звание? Я такой желтый ромбик. Ну ладно. Ладно. Смотрите. Так, звук, надеюсь, пишется, да? Да, все нормально. У нас есть инженер. У нас есть медик. Это вообще здорово. И три штурмовика. Если они играют как положено своему званию, то все отлично, все просто здорово, и все будет замечательно, то есть мы точно 100% затащим. А если они играют так, как я, как это уже я видел не раз, заходишь на ПВЕ, там звания офигенные, они нищие конченые, то все плохо, и возможно, я ничего не сделаю. Ну, как говорится, сейчас узнаем, почему бы и нет. Ой, там занято. Так, ладно, погнали. В этом секторе сконцентрированы большие силы Блэк. Нейтрализуйте их. Так, тихо. Погнали. Воу, щет. Как давно я уже ничего не делал такого. Серьезно, тут еще и дым сраный. Слезоточивый газ. Воу. Черочки проехался ему. Так, этого добили. Тихо. А мне тут начали мочить. Да хорош так бежать. Тише. Козлина. Тихо. Так, все нормально, инженер прорвался. Все пучком. Фак, да ладно, у меня патроны, кирдык. А вот это уже спасибочки. Господи.
тупая проститутка. Школьник где-то там побежал вперед, бросил всех и. Так, Днище что-то пишет в чат. Так, перезаряд. Перезаряд. Да, твою мать! Сраные ублюдки, стилеры недоделанные. Ну что ли? Вот, кстати, он бегает именно с той пушкой, которую я хочу. Нинджа. Наконец-то, ёпта. Хоть кого-то я завалил. Я не перезарядился. Пока я всем пополнял патроны, я не перезарядился. Погнали. Отлично. Фак! Днище конченые. Больше трындит. А во всяком говне. Вот это спасибочки. На. Вау! Да, да я же гранату нажимал. Воу-в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 оу! Тихо! Давай-давай-давай! На меня! Так. Немножечко поможем. И себя. Давай, смотри на меня, смотри на меня. А, черт, я не перезаряженный. Смотри на меня. А, да, молодцы. Дефибриллятор, молодец вообще просто. Fucking shit! Нифига себе! Куда эти придурки провалились? Так, отлично. Отлично. Проходи, проходи, проходи. Оп, молодец. Погнали. О, господи. Я затащил. Прикиньте, я не на дне. Я не на дне. О, господи. Я не на дне. Обалдеть. Я даже что-то сделал. Блин, вообще тащу. Ой, твою мать, я думал, это у меня что-то произошло. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, твою мать, твою мать. Что творю? Что творю? Тут же грома. Оу, oh, yeah. А вот это мне уже по душе. Come on! Yes. Надо было в лицо стрелять. Показалось. Где папочка? О, да.
Так, пошла жара. Эй, посмотри на меня! Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик! Питание! Так. Иду, 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 иду. Иду, 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 иду. Эй! Я тут. Fucking shit. Что творю, да? О, тихо, 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 чувак, чувак, подожди, подожди. Я за тобой, я за тобой, я за тобой, я за тобой, я за тобой. Отлично. Эй, парень! Воу! Отлично. Кто у нас суперстрелок? Черт, граник сперли из-под носа. О, я там. В голову. Эй. Да подвигайся ты. Эй, чувак, я здесь. Блин. Твою мать! Тихо, 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 тихо! Чуваки, сорян. Я пока что не могу. Посмотри на меня! Да ладно! Ну что тебе стоит? Эй, я здесь! Фак, да ладно! Медик, молодец. Медик, молодец. Да ладно, ты такой... Да, да медик, козел, короче. Медик, козел. Вот, вот смотрите, народ, вот реально. Пока я... Сколько раз я попал по нему? Взрыв голову от Катя. Сколько раз я стрелял, да? И так далее. Вот что они в этот момент делали? Ну, фармились, 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 просто по киллам можно посмотреть, фармились, фармились. В итоге, неважно сколько ты убьешь, сколько ты сделаешь киллов, а, точнее, неважно сколько ты тащил в плане убийства, точнее попаданий по боссу, все равно это никак не засчитается. Ну и, конечно, по глупости помер, надо было просто подождать немножечко, и я бы... Достал бы его. Ну, что поделать, что поделать. Затупил в этом плане, и тут как бы ничего уже не сделаешь. Ну ладно, зато победа, победа и есть победа. Давай, давай. Загружайся. Пожалуй, сходим еще на одну сложку. Почему бы нет? Их у меня две положены сейчас. Доступны, точнее, так, что можно на них сходить. Ну давай, грузись уже. Первый сержант. Эх, чуть-чуть не хватило. Ну и ладно. Немножко корон тоже будет хорошо. О, миссия для профи теперь доступна. Отлично. Здорово. Так, покидаем эту комнату. Так, и теперь... Так, это у меня завершено. Вот здесь там и пойдем, ну, также за штурма, почему бы и нет. Конечно, надо было взять пулемет, ну и с этим вполне все неплохо. И погодите. Вот он пулемет. Надеваем
прицел. Это. И вот это. Так, намного будет лучше. Ну и погнали. Как говорится, хотя поменьше буду перезаряжаться. Чё-то как-то игра начнется, а уже нету никого. О, не хватает одного врага. Отлично. И надо убить на минах. Прикольно. Это что за... А, или это типа... Взорвать... Да, взорвать четырех с помощью мин. Это идиотизм. Кстати, вот она, рукоятка для ПП. Именно ее я сейчас повышаю отдачу. А, повышает точность, уменьшает отдачу и кроме положения лежа. А именно из ее я сейчас изучаю. О, отлично. Господи, тупый дебил. Ну, смысл ливать? Просто, понимаете, я не понимаю, какой смысл ливать, если ты ищешь игру. Хотя я, да, только что ливнул, по сути, поменял оружие и обратно зашел, да? По факту, значит, получается примерно так, кто-то и ливнул. Все возможно. Два медика, снайпер, инженер и я один только пулеметчик, блин, этот штурмовик. Да, это круто. Я уже почувствовал успех. Но опять-таки же, будет зависеть от людей, кто играет. Все будет зависеть от людей. Не от класса, а от людей. Потому что если чувак на снайпера будет там раздавать киллы, то вообще все зачетно будет. Если в медики будут хилять нормально, если будут воскрешать, вообще будет зачет. Вот такие вот дела. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Как говорится. Живем, увидим. Ну, а благо тут... Чуть-чуть осталось для того, чтобы это все узнать и увидеть. Так что все будет пучком. Давай уже. Загружайся. Ну давай. Взорвать с помощью мин. Ну это просто, просто гениально. Взорвать с помощью мин. Благо у нас есть хотя бы инженер, да? О, чувак знает толк этому значку. Чувак реально понимает толк этого значка. Молодец. Так держать. Кстати, я не помню, у этого значка есть улучшенная версия, типа там взорваться на еще большее количество мин. Ну вот, по этому значку можно определить человека, который много играет на инженере. На первоначальном этапе. Сбор! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Тихо. Ну вот и куда ты побежал? Вот теперь пошли. Минами как-нибудь поубивать, но это уже буду не я убивать. Это чутка не от меня зависит. А, радар надо завалить. Чё мы в натуре? А, погоди, или кто-то его будет валить. Не, ну, конечно, я понимаю. Тонн дебилов это сила, но, блин, ну не настолько же. Мы же должны хоть как-то что-то сделать. Господи. Вы-то там умудрились. Ребята, это фейл.
Ребята, это реально фейл. Я не понимаю, что здесь делать надо. Залезть нельзя. Стрелять по нему просто бесполезно. И что дальше? Но никто еще не ревнул. И в чем прикол? То есть нам надо было гранаты оставить? И какого фига там делает медик? Да стой ты, ёпта. Да стой, говорю, даун тупорылый, блин. Отлично. Ай, это уже кретинизм. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Короче, если вкратце... В команде у нас чмошник был. Ну, вы сами увидели... Валерик, или как там его, днище ёбаный. Вот, в общем, он каким-то образом прорвался туда. И, как вы видите, нужно было сначала этот радар убить, потом тот. Собственно, сбор у нас там. Он, не дожидаясь всех, он же у нас умник. И прорвался он вперед. Тем самым барьер этот не открылся, так как мы этот радар не уничтожили. Но игра посчитала, что мы уже прошли, и теперь нам надо уничтожить тот радар. Что означает, мы ничего сделать не сможем. Почему? Ну, потому что у нас Валерик, умник, умеет проходить сквозь барьеры и сквозь стены. Вот такие вот дела. Я продолжал бы, не знаю, посмотрим. Может, все-таки у него есть какое-то ПО, я написал как ПО. То, что прошел через то, через что пройти физически нельзя. Ладно, наливаем. Просто без вариантов. Тут уже ничего не сделаешь. Да уж. По факту это мой первый левак. Если уж на то пошло. Погнали по новой. Ну, собственно, погнали. Что у нас тут... Два медика, два штурма и снайпер. Это уже нормально. Так что давайте посмотрим. Надеюсь, подобие Валериков здесь больше не будет. Вот и все будет отлично. Да ты не толкайся, придурок тупорылый. Свинота жирная. Вот, пожалуйста, у нас РПГ тогда даже не появилось. Первый радар, используйте РПГ. Отлично, ёпта. Какого фига тогда так было? Я без понятия. Где эта сраная РПГ? Твою мать, по мне палит вовсю. И это козлина, которая по мне стреляла. Во, отлично, пошла жара. О, я тащу. Ну, давай, давай, твою мать! Стреляйте по радару из РПГ. Стрелок мертв, идем дальше. Давай, 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 чувак. Речи. Все, погнали. Чпонькс. Вот, отлично. Пошла миссия. В прыжке, ёпта. Затащил. Не, я первым не пойду. Вот. Это спасибочки. Кому там патроны? Да стой ты, ёпта! Приду.
придурок, блин. Орет патроны еще и при этом постоянно бежит. Блин, свою жопу прикрыл врага. Твою мать, твою мать, твою мать, пошел в жопу! Куда я опять лезу? Мне бы медик. Да, здесь нужен снайпер. Ну, что поделать, я первый раз на этой миссии. Я ж не знал, что нужен снайпер. Ну, велю, медик! Вот, спасибочки. Хилочку бы, конечно, да ладно. Чего ж поделать, тебя бы воскресили. Тут, короче, главное не торопиться. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Вы че их в упор-то не видите? Тихо-тихо-тихо. О, мне этот звук уже не нравится. Нам. Подлечил бы. Вот это спасибочки. Еще бы, конечно, ты бы воскресил бы своих, вообще было бы зачетно. Да не ссы, чувак, я для этого здесь и взял. И куда ты кидал ее? Вот второй радар. Пожалуйста. Ёб твою ж налево, а. Стрелок готов. Снайпера больше нет. Выдвигаемся. Кто? Твою мать, у меня у самого патроны закончились. Вот я лошара, и мне подсказали, что у меня патроны закончились. Да уж. Да, и сейчас у него не хватит энергии, чтобы меня воскресить. Потому что он убил дефибриллятором. Чертов ты, чертов гений! Ой, господи. Ты вообще на медике сколько играешь? Ты вообще знаешь, что такое медик, и почему ты не можешь воскресить? А ты даже не догадался, это даже... Тебе вообще на это пофигу, потому что ты... А, фак вас всех в очко. Короче, мне просто везет на этой миссии. Единственное, у нас, кто хоть как-то хоть что-то может, это снайпер. Который шел вперед. А у нас он так один остался, да, снайпер? Да, у нас так один остался, вот. Да какого фига, откуда... Ничего понять не могу. Кого фигом? Оттуда-то кто по мне свалил? Твою мать! Эй, кто-нибудь, мне нужны патроны. А на, патроны тебе, днищий. Я сейчас сдохну, и фиг тебе будет патрон, потому что у нас медик днище конченым бегут. Мне нужен врач. Снайпера больше нет. Выдвигаемся. Подожди, я тебя вылечу. Вот это уже хорошо. Я перед тобой в долгу. И ты опять не понимаешь, почему ты не можешь воскресить. Да. Ну так спускайся, будут тебе патроны. Да, вот тут. Здесь у тебя патроны. Да уж. Было бы за снайпера идти. Да пошел ты в очко! Града пошла! Ну тебя в баню нафиг. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Еще один радар, за скалами. Повторяю, стрелок убит. И сразу за РПГ хватается конченый днище, блин. Логично же, что сейчас народ попрет. Уу! Последним патроном в голову попал.
Отдай-то я хоть кого-то убью. Ты если ракетницу взял? А, стреляй. Оу, фак. А куда надо стрелять тогда? Ничего понять не могу. Я ж прям в тебя попал. У тебя навес. Да ладно, ты прикалываешься. У тебя навес. Отлично. Я... А ладно, ты не пуст, днище, не ори. Отлично. Надо самому хоть патрон пополнить. А, сам не могу себе пополнить пока что. Да на, в натуре! Да ладно, я перекинул. Ладно. О, господи. Кто же знал, что здесь надо... Ну, опять-таки же, это показатель того, что я на ПВЕ вообще очень редко играю. Я не шарю в этих миссиях, где кого надо брать и так далее. Оу, факин щит. Да, здесь снайпер. Здесь нужен снайпер. Ну, без вариантов, здесь нужен снайпер. Я тут даже и не спорю. Просто, просто сраная такая дальность, что я здесь ничего не могу сделать. Патроны пораздавал, и на том хорошо. Твою мать. Твою мать. Какая сволочь стреляла! Уу! Давай, 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 давай! На втором месте, благодаря помощи. О, ладно. Ну ты, конечно, просто гений, вылазишь. Да хорош стереть по патроны, ляха-муха, бесите меня все. Бей в красный прицел, блин. А, черт побери. Опаньки! Затащил. Снайпер готов. Пошли. У меня кончились патроны. Да стой ты, придурок. Тебе повезло, это просто царапина. Ты как раз вот. О, я не туда пошел. Отлично. Чей в голову? Вообще просто затащил. Затащил. Воу! Воу! Легче! Откуда? Да твою мать, хорош уже появляться! Надо хотя бы на карту смотреть, там хоть как-то попонятнее. Граната!
Твою мать. Твою мать. Что творит? Ну, кто помер, тот ливнул, что ли? Да нища. Отлично, его убили. Ну и куда ты пошел? У! Налево. Мне не затащить. Fucking shit. Града пошла. Уже завалили его. Прорвался? Отлично. Ёб твою ж налево. Я после этой фразы обычно сразу очкую. Ёпта. Вот нам. Давай мед. Все очень крайне дерьмово. Отлично. Цель уничтожена. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Стой смирно, я помогу. На, во! Ну сразу видно, люди уже знают, что надо делать. Инженер не хватает, конечно. Ну ладно. Граната! Осторожно, граната! А я приберегу. Здесь подкат не работает. Ты все так наклонено, что аж мозг выворачивается наизнанку. Что-то я не видел, что ты валяешься просто. Сорян, чувак.
Тяжело с пуликой, если честно. Эта привычка зажать и не отпускать, это, конечно, очень тяжело с этой привычкой. Дебильный. Не, дева, 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 дева. Не, пошел так. Да погоди нас! Днищий. Я говорил, погоди. Да какого фига? Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Еб, ты выйдешь налево. Ты бежать вообще? Ага. Ёб дерьмо-то. Да какая Ц? Да не Ц! Ненавижу эту кнопку лечь рядом с кнопкой. Но я уже привык на X ложиться. Стой, 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 стой. О, да, махай дальше. Хе-хе-хе-хе. О, да. Ну ладно. Фу, господи, хотя более или менее сыграли. Еще бы чуть-чуть. Хотя три раза сдохнуть, это, конечно, да. Ну тут снайпер. Тут надо было без, без вариантов снайпер. И как бы ничего не сделаешь. Ну, было здорово. Как говорится, тупников было очень много. И не только с моей стороны. Меткость 51%. Отлично. Какая-то долгая серия вышла, обалдеть. Хотя говорилки здесь очень много. Минут на 10, наверное, говорилки разные. Какая музыка прикольная. И закончилась музыка. Загрузка. Ну же! Скоро будет первый сержант. Давай, 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 давай. Ну, здесь, конечно, счет убийств сразу в жопу. Эх, по времени чутка не заточили. Ну ладно, что, было здорово, хотя бы понял, что да когда где. И у меня открылась профи, у меня открылась наконец-то профи, и я смогу на профи бегать. Но думаю, не знаю, здесь, наверное, лучше всего профи, хотя можно будет попробовать и на профи побегать. В общем, ладно, все, на этом все. Вот так вот поиграл, посмотрел, что да, когда, где. Ну, такой себе из меня PvE-шер, как и PvP-шер, собственно. Вот, поэтому на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Ну, а, конечно, у нас еще есть профи, спецоперации, так что я думаю, что-нибудь, да, попроходим. Тут коробочки дают. Все, всем пока.